поддержку сохранения красоты и величия реки Лены. С такой целью накануне в Якутске жительницы города вышли на ежегодный экологический забег на площади Победы. Его провели среди трех категорий участников – профессионалы, любители и дети. Перед стартом для всех участников провели разминку. Маршрут забега остался прежним. Бегуни стартовали от стелы, бежали до городского пляжа и обратно. Общая дистанция – 3 километра. Выходим... Наша река – это все-таки женщина, а мы – женщины, матери. В любом случае, ответственны за экологию, за здоровье нашего будущего. Поэтому все говорят, почему вы мусор не убираете. На самом деле, смысл совсем глубже, то, что мы – человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, он все равно начинает думать об окружающей среде.